В Нальчике тем временем открылся первый профессиональный скалодром. Новый спортивный объект установили в Институте бизнеса. Подобных тренировочных полигонов до сих пор в республике не было, отметил на церемонии открытия ректор вуза Феликс Хараев. Стенка состоит из 6 дорожек разного уровня сложности. Каркас учебное заведение возвело своими силами, снаряжение привезли из Америки, помогли благотворители. Повезло студентам и с инструкторами, это профессионалы, сотрудники Эльбрусского высокогорного отряда. По словам бывалых альпинистов, о таких условиях тренировок им приходилось только мечтать. Надеюсь, что вскоре еще по городу откроется Чем больше будет скалодромов у нас, тем это лучше, тем больше профессионалов мы сможем выдать, которые будут работать и спасателями, и гидами, и инструкторами по туризму, альпинизму, экскурсоводами. Первые тренировки обещают начать сразу после майских праздников. Заняться скалолазанием смогут не только преподаватели и студенты института, но и все желающие. До сентября этого года намечено открытие клуба альпинистов.